В Анапе прошла презентация новых строящихся коттеджных поселков и жилого комплекса от инвестиционной компании «Развитие». Мероприятие собрало не один десяток человек. В приветственном слове директора инвестиционной компании ощущались и гордость за свою работу, и уверенность в успешном будущем проектов. Сегодня мы собрали опять наше мероприятие, позвали все агентства недвижимости презентовать 4 комплекса, один жилой и 3 коттеджных поселка. Яркие подъезды, большая парковка, современная и безопасная детская площадка, стильные балкончики, зеленая территория – все это ждет новоселов жилого комплекса «Виноград». «Виноград» – это 11 четырехэтажных монолитных домов. Общее количество квартир в комплексе – 220. Квартиры – одна- и двухкомнатные. Все квартиры сдаются с качественным ремонтом от застройщика. Все коммуникации – центральные, газ, свет, водоснабжение, канализация. Для каждой квартиры предусмотрена собственная кладовая. Комплекс расположен в живописном поселке Сопсех, где из квартир открывается панорамный вид на горы, море и курортную Анапу. Жилой комплекс «Виноград», о котором сегодня много рассказывали. Четырехэтажные дома, очень красивой архитектуры, с красивой концепцией и хорошими видовыми характеристиками. Всем понравилось, уже почти все купили. Сисайд Вилледж и Эден Вилледж – это современные коттеджные поселки повышенной комфортности. Здесь доступны все привилегии курортного города в собственном доме, рядом с морем. Поселки представляют собой дома с качественным ремонтом от застройщика, установлены сплит-системы, полностью укомплектован санузел. Еще презентовали мы в курортной зоне Анапы 2 коттеджных поселка – это Сисайд Вилледж и Эден. Это архитектура хай-тек и средиземноморская архитектура, такой итальянский стиль, где черепица, все-таки в пастельных тонах, очень красивые комплексы, разные по-своему, но очень хороши оба. Dream Village – это новый коттеджный поселок, станица Анапская. Буквально в нескольких метрах расположены школы и детский сад. Коммуникации, вода, газ, электричество будут полностью проложены. Главная достопримечательность поселка – это богатые зеленые массивы. Также мы презентовали один коттеджный поселок, он более бюджетный, в Анапской, ближайший пригород Анапы. Все у нас участки комплексной застройки, все благоустроены, со всеми центральными коммуникациями. Поэтому это очень хорошие продукты, очень долгожданные продукты в Анапе. Я думаю, их оценят как наши партнеры и агентства недвижимости, так и покупатели, которые будут в них жить. Также на мероприятии в формате круглого стола все собравшиеся еще раз вспомнили стандарты и принципы работы с клиентами, что было очень полезно. Ну и, конечно, не обошлось без сюрпризов. Благодаря инвестиционной компании «Развитие» все собравшиеся смогли получить мастер-класс от бизнес-тренера Александра Москаленко. Объекты потрясающие, аудитория потрясающая. Лично мне более всех понравился Сиасайт. Я бы хотел жить в таком доме. В том, что жилой комплекс «Виноград» и современные коттеджные поселки продолжат набирать популярность среди покупателей, нет никаких сомнений. Они точно понравятся молодым семьям и не только. Жилые комплексы от компании «Развитие» – это территория счастливой жизни. Объекты шикарные на самом деле. Это что-то новое для рынка Анапы точно. Никакой не секрет, в Сочи есть такие объекты, да, а вот «Развитие» города Анапы, я думаю, это все-таки такие знаковые проекты, и будем ждать от компании еще много других классных объектов. В масштабах развития нашего курорта это очень интересные проекты, потому что мы за последние года выходим на другой уровень. В компании «Развитие» в целом мы работаем уже 6-й год. Мы продаем эти объекты уже, зная эту компанию. Компания очень надежная. Сейчас мы были приятно удивлены предложением нескольких коттеджных поселков, которые достойны, которые с ремонтами, с бассейнами. И интересное очень предложение по квартирному ряду. Я вообще люблю компанию «Развитие». Когда у меня мои клиенты приходят и говорят: «Любовь, там предложите что-нибудь», я всегда говорю, что «Развитие» – это самое лучшее, это все, что у нас есть самое лучшее в Анапе. По-другому я не могу. А что касается вот этих коттеджных поселков, о которых сейчас рассказывали, ну это, конечно, класс, это мечта. И прям, знаете, вот я даже сейчас говорю, у меня мурашки по коже идут, потому что это такого у нас в Анапе нет. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39-ка.